друг, закурить нема? Закурить нема? Да нет, не занимаюсь этим. А это что, машина композитора Рощина, да? А ты откуда знаешь? Кто же он не знает? Знаменитость. На банкет его приют? Может, и на банкет. Только узкий. На две персоны. А это как понимать, с женой, что ли? Я у них в ЗАГСе свидетелем не был. Ну, такой бы сам женил. Красивая? Первый класс. Пальто зеленое, платье зеленое, шарфик и тот зеленый. И сама, как молодая елочка. Знаю я эту елочку. Татьяна Николаевна ее зовут, да? Ну уж это ты, брат, у кого-нибудь другого спроси. Здорово. Это чей романс? Мой. Ну, не может быть. Ты и романс. Да, вот видишь, до чего докатился, до чего дошел. Почему ж ты мне не встретилась? Юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала белою. Что с ней я поделаю? Почему же ты мне встретилась лишь сейчас? Я забыл в кругу ровесников, сколько лет пройдено. Об этом мне напомнила юная, стройная, об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, что прошла неповторимая. Без тебя. Как боится седина моя твоего окона. Ты еще моложе кажешься, если я около, видно нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные. Ты, любовь моя последняя, боль моя. Извини. Почему вдруг? Вы думаете, я не поняла, о ком речь? Поняла. Ну что ж там, вы же сами сказали, до чего докатились. Дурочка. Постараюсь поумнеть. Но это ведь шутка. Я всегда так рассматривала наши отношения. Ах, вот как? С вашей стороны. Ну, неужели ты ничего не поняла из этой песни, а уловила и запомнила только случайное слово, которым я просто прикрыл свое смущение? Неловкость.
Романс-то все-таки сахарин. А мне чем прикажете прикрыть смущение и неловкость перед вашим приезжим другом? С какой-то стати вы привели меня в гостиницу? Прости, не подумал. Да-да, вы всегда думаете только о себе. Таня, на нас обращают внимание, досоримся в машине. Нет, и без этого ваш шофер слишком много знает. Поезжайте с ним, я возьму такси. Хорошо, будет такси. Сказали ему номер моего дома? Может, не помню. Я не хочу здесь выходить. Проедем до угла. А теперь уезжайте. Я провожу тебя. Нет, нет, не надо. Я вам сама позвоню. Поехали? Не могу. Ищите другого. На, держи. Аня, подожди! Аня, подожди! Таня! Подожди! Кто это? Это я. Фу ты! Ну, прямо как из-под земли. Ну-ну, скорей, побежали. Нет, постой, нужно поговорить. Не взяли выбрать для этого более подходящую погоду? Ну-ну, пошли. Дома поговорим. У нас больше нет дома. О, да ты что, пьяный? А ну, говори, где был? С кем гулял? Не кривляйся. Хорошо, выкладывай, только поскорее. Дождь все-таки. Нет уж, потрудись ты объяснить, что это все значит. О чем? О твоем композиторе. Смешно и глупо. Рощин папин знакомый. И виделась я с ним всего раза полтора за все время. Нашел, кому ревновать, 50-летнему старику, подагрику. Хорошо же ты думаешь о своей жене. Не лги, Таня, я все знаю. Ладно, что преступного в том, что он меня подвез? Вез-то вас я. Да ты просто заговариваешься. Как ты можешь смеяться, видя в глазах слезы? Слезы? Да ведь и город залит такими слезами. Таня! Что? Танечка. Ну, ты еще об этом очень пожалеешь.